Всем кинолюбителям привет! Сегодня я возвращаюсь к одной из моих любимых тем в кинематографе, а именно к фильмам-головоломкам. С вами, как всегда, Киноиндустрия, канал с лучшими топами фильмов и сериалов. Подписывайтесь, так вы всегда будете знать, что посмотреть. Погнали! Если вас заинтересовала тема данного ролика, значит вам наверняка знакомы такие картины, как «Невидимый гость», «Тело», «Во время грозы». Так вот, встречайте очередное творение от автора вышеупомянутых шедевров «Кривые линии Бога». Частный детектив Элис Гулд проникает в психиатрическую клинику под видом пациента с паранойей, чтобы выяснить обстоятельства гибели другого пациента. Во время расследования девушка всеми силами пытается сохранить свой разум в здравии, однако вскоре начинает теряться в творящемся вокруг нее безумии. Вы знаете точную причину, по которой находитесь здесь? Меня законно похитили. Мы все что-то ищем. Безумие – самый быстрый способ обнаружить искомое. Весьма любопытная лента, которая уж точно окажется крепким орешком даже для самого искушенного зрителя – переводчики. По сюжету девятерых переводчиков нанимают для перевода долгожданной книги-бестселлера. Для исключения возможных утечек информации всех их запирают в роскошном бункере. Однако после того, как первые страницы рукописи появляются в интернете, работа мечты становится для них кошмаром, так как вором является один из них, и издатель пойдет на самые жестокие меры, чтобы выявить и ликвидировать утечку. Если все так сложилось, то что же будет в конце? Я перечитываю ее, чтобы понять, как ты это сделал. С запутанной, мрачной, с неожиданным финалом психологический триллер «Девушка в лабиринте» рассказывает историю, похищенной неизвестным преступником Саманты Андретти, которой спустя 5 лет заточения все же удается сбежать. Оказавшись в больнице и утратив память, героиня вынуждена довериться доктору Грину, которому предстоит проникнуть в разум девушки, чтобы добраться до воспоминаний о похитителе. Кроме него, делом занимается еще и частный сыщик Генка, для которого это дело всей его жизни. Сэм. Ты слышишь меня? Сэм, ты в безопасности. Ты знаешь, где сейчас находишься? В лабиринте. Малоизвестная, но в то же время отличная лента, которую, несомненно, оценят любители запутанных детективов. Фатальный план. Ян Бреннер, успешный комиссар полиции, очнувшись, обнаруживает в своей гостиной тело задушенной любовницы. Мужчина не помнит, что произошло, но в любом случае найденный труп – это конец карьеры. Поэтому он заметает все следы, а тело закапывает в лесу за городом. Однако на следующий день тело находят, что интересно, совсем в другом месте. Бреннер понимает, что кто-то затеял с ним жестокую игру. Криминальный триллер для любителей хитро закрученных сюжетов. Поездка на выходные. В центре сюжета девушка Бет, которая, оставив на время мужа и дочь в Лондоне, приезжает в Хорватию к лучшей подруге, дабы хорошенько повеселиться. После бурной ночи в клубе героиня просыпается и обнаруживает, что ее подруга бесследно исчезла. Девушка идет в полицию, однако там не воспринимают ее дело всерьез. Тогда Бет решает взять расследование в свои руки и самостоятельно разобраться в том, что же случилось прошлой ночью. Что там говорят? Что ты подозреваемая в убийстве Кейт. Он связан с организованной преступностью. Думаешь, это я убил Кейт? Я уже не знаю, кому верить. Боже мой. Детективный триллер родом из Франции, предлагающий зрителю вместе с главным героем погрузиться в расследование загадочной авиакатастрофы. Черный ящик. Согласно сюжету, произошло крушение авиалайнера с сотнями погибших. За изучение дела берется Матье Массер, талантливый и весьма целеустремленный аналитик. Чем дальше он продвигается в своем расследовании, тем больше обнаруживает подозрительных несостыковок. Но не найдя доказательств, мужчина уже и сам начинает сомневаться, не игра ли это его воображение. Убери шум двигателя. Слушайте очень внимательно.
Неспешная, атмосферная лента. Как обычно в этой теме, на почве психологических расстройств героев сценаристам есть где разгуляться. В общем, женщина в окне. Анна Фокс страдает от приступов агорафобии, боязни открытого пространства. Она давно не выходит из своей квартиры, злоупотребляет спиртным и таблетками и подолгу наблюдает из окна за жизнью соседей. Как-то раз женщина становится свидетелем страшных событий, произошедших в доме напротив. Но кто поверит затворнице со сломанной психикой? Вы не могли знать мою жену? Мы проговорили с ней весь вечер. Я Джейн Рассел. Готический, атмосферный, детективный триллер с хитро закрученным сюжетом. Всевидящее око. 1830 год. Отставного констебля Лендера нанимают для расследования смерти курсанта военной академии Вест-Пойнт. Осмотрев тело и место повешения, Лендер приходит к выводу, что бедолага умер насильственной смертью. В помощники детективу вызывается кадет Эдгар Аллан По, молодой человек острого ума и исключительной наблюдательности. Месяц мы ни на шаг не приблизились к преступнику. Мы приблизились. Это вопрос времени. Разумеется, куда же без продолжения шикарного детектива 2019 года. Достать ножи, стеклянная луковица. На сей раз частный детектив Бенуа Бланк получает коробку с головоломкой, в которой содержится приглашение посетить вечеринку, посвященную раскрытию таинственного убийства. Как только Бенуа попадает на живописный остров миллиардера Майлза Брона, он оказывается в компании весьма необычной группы людей. Однако вскоре выясняется, что все это лишь прелюдия перед по-настоящему запутанным делом. По всему острову я спрятал улики. Внимательно следите друг за другом. Если кто-то назовет убийцу, этот человек выиграет. Вопросы? Подумай об опасности. Ты меня назвал опасной? Ну, посмотрим. Не сдерживайся! Да, блин! Это безрассудно. Убийца без сомнения убьет еще раз, чтобы замести следы. Величайший детектив всех времен Эркюль Пуаро возвращается на большие экраны. На сей раз в экранизации романа Агаты Кристи «Смерть на Ниле». Итак, после приключений в Восточном экспрессе, Эркюль Пуаро решает отправиться на отдых в Египет, где его настигает новая сложнейшая головоломка. На борту парохода «Карнак», идущего по Нилу, происходит убийство богатой наследницы. По ходу дела оказывается, что это отнюдь не единственное преступление, в котором Пуаро предстоит разобраться, пока корабль не прибыл к месту назначения. За любовь убивают. Что вы от меня ждете? Два убийства. Но вы лжете мне. Прямо в лицо! Убийца среди нас. Ему не уйти. Далее еще несколько картин, не то чтобы головоломок, скорее просто, с весьма интригующим сюжетом и неожиданной развязкой. Первая из которых – «Кислород». Молодая женщина приходит в себя в закрытой медицинской криокапсуле. Она не помнит, кто она такая и как здесь оказалась. Единственный ее собеседник – это искусственный интеллект Мило, который сообщает ей, что кислорода осталось на 90 минут. Героиня всеми силами пытается выбраться, да и вообще понять, что происходит, а тем временем уровень кислорода неумолимо падает. Предупреждение. Уровень кислорода 35%. Может, я под землей? Прерывание. Уровень кислорода достиг критического значения. Увлекательный триллер, во время просмотра которого вам придется выяснять, кто же злодей. Выхода нет. Узнав, что ее мать попала в больницу, Дарби сбегает из реабилитационного центра для наркоманов, угоняет машину и отправляется к ней, но попадает в снежную бурю. Девушка вынуждена переждать непогоду в специальном центре, где кроме нее оказывается еще 4 посетителя. Пытаясь поймать сеть на парковке, Дарби обнаруживает, что в фургоне, явно принадлежащем одному из незнакомцев, заперта связанная девочка.
Великолепный камерный триллер для любителей хитро закрученных сюжетов. «Костюм» рассказывает о лондонском портном Леонарде, который из-за личной трагедии переехал в Чикаго, где и открыл свое ателье. Помимо прочих, его клиентами являются и гангстеры. И вот однажды вечером в мастерскую вламывается раненый сын влиятельного бандита и его телохранитель, попавшие в засаду конкурирующей банды. Это событие оборачивается настоящим испытанием для портного, превратив его тихое ателье в центр криминальных разборок. Стильная и технически безупречная лента от Эдгара Райта, умело жонглирующая жанрами от драмы до ужасов и филигранно обыгрывающая все события прошлой ночью в Сохо. В центре сюжета Элли Тёрнер, амбициозная девушка, приехавшая в Лондон учиться на модельера. Пребывание в столице сразу не задалось, и лишь ночью жизнь девушки начинает играть бурными красками, поскольку во сне она таинственным образом переносится в 60-е, проживая жизнь восходящей певицы Сэнди. И вскоре это приводит к непоправимым последствиям. И что ты видела? Ты веришь в призраков? Загадочный, окутанный тайнами психологический триллер «Не беспокойся, дорогая» повествует о супружеской паре Джеки и Элис. Они живут в тихом идиллическом городке, состоящем сплошь из дизайнерских домов, прям воплощение американской мечты. Пока мужчины работают над секретным проектом «Победа», их жены занимаются хозяйством, балетом, шопингом, в общем делают все, чтобы угодить мужьям. Однако со временем Элис начинает подозревать, что компания, в которой трудится Джек, скрывает уже ужасные тайны. Я дал тебе все! Элис! Нами управляют! Чей это мир? Наш! Я знаю, кто ты на самом деле. Не смей мне указывать! Элис, беги! Я долго ждал кого-то вроде тебя, кто бросит мне вызов. Умничка. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, будем вместе изучать удивительный мир кино. Всего доброго!